стадион футбольного клуба «Краснодар». Ориентировочная вместимость более 33 тысяч мест. Из них 3800 до 4 места бизнес-класса. Вы видите, мы сейчас находимся на западной трибуне и на противоположной восточной. Ширина складки больше, чем на обычных трибунах, что обеспечивает дополнительный комфорт. 29 лож повышенной комфортности, скайбоксов, как мы их называем. Также два панорамных бара на севере, на юге, то есть с видом на поле можно будет обеспечить себя едой, напитками. Для зрителей предусмотрены 29 пунктов быстрого питания, фастфуда, все санитарные условия, которые необходимы по нормам. Внутри чаши стадиона также будет полностью по кольцу медиаэкран, который в широких частях высотой до 14 метров будет представлять собой экраны повышенной четкости, но уникальность стадиона состоит в том, что внутри чаши там панорамный круговой экран, на котором будут воспроизводиться все виды контента. Он будет вписан в систему общего так инфотеймента стадиона вместе с Wi-Fi широкой плотности, когда гости смогут получать контент прямо на мобильное устройство во время матча. Под мембраной будет смонтирована система инфракрасного обогрева трибун, которая будет обеспечивать комфортные условия в холодное время года для зрителей. Ну, ориентировочно плюс 6, плюс 8 градусов. По ощущениям будет достигаться разница температур в сравнении. Минус 15. Да, то есть стадион абсолютно гостеприимный, абсолютно открытый для всех, для семей, для детей. Всем рады. Это проект популяризации спорта и, в частности, футбола в городе Краснодаре. Основная концепция этого проекта – это привлечение новых зрителей, в частности, не просто футбольных фанатов, а семейных зрителей, когда на стадион будут ходить люди всей семьей. Концепция – это, скажем так, не совсем спортивное сооружение, а это театр для футбола. Игра должна происходить при полных трибунах. Никому не интересны пустые это места. Пусть лучше просят дополнительный билет, чем будут пустовать места. Минимизирована забеговая зона, никаких нету легкоатлетических дорожек. Это чисто футбольный стадион, чем-то, причем с учетом нахождения футболистов прямо практически на трибунах, он чем-то напоминает английский. Не будет металлических ограждений, а будут, скажем так, прозрачные стеклянные ограждения. Зритель практически будет находиться на футбольном поле. Снаружи это будет в виде, скажем так, храма на холме, Колизея на холме. Внутри это будет театр. То есть это очень красиво будет. Чем отличается еще этот стадион от всех остальных? Тем, что он, скажем так, будет не стадион, а целый комплекс объектов. Это и парковая зона с амфитеатром для накопления болельщиков. Это озеро, это кафе. Будет вокруг стадиона развита инфраструктура, перенесены дороги, появятся новые маршруты. То есть это городской крупномасштабный проект, которым сейчас занимаются. Мало того, этот парк будет действовать и между матчами. Это для города просто. Мы пиковый зон работал 1800 человек. Когда залили бетон, сегодняшний день вместе с подрядчиком организации есть 1200 человек на стадион работает. Фасад, отдельные работы. И мы залили здесь 140 тысяч кубов бетон, но 14 месяцев общее. И полностью сборный элемент трибун тоже мы сам залили, там есть тоже 5 тысяч кубов. Кубический бетон. Ну, мы только рад. Строим здесь Краснодар город. Второй коллекция, давай скажем так, который есть на Рим. Это второй коллекция. Но это не Турция строила. Нет, вы очень счастливы, я считаю. Ну, на Краснодар будет такой громадный стройка и громадное здание, которое будет жить, ну, минимум 100 лет дальше. Скажите, если все-таки сравнить этот стадион
чему принципиально отличается для болельщиков потребительской плане от того, что строилось 30-40 лет назад, например, ну, это реконструкция лыжников, стадион. Удобством, комфортом и безопасностью. Вот три кита, на которые это. И на стадион будет приятно ходить и отдыхать. Вот чем отличается. Не будет хамства, не будет мата. Ну, на Лужники я видел фанатов из Спартака и ЦСКА. Ну, здесь система стюартов и, скажем так, если даже вот сравните матчи с Кубанью и Краснодаром, на Краснодаре матом не ругаются. Вот чем оно отличается. Возникает вопрос. Это вопрос инженерии, чтобы не было хамства, мата. Инженерия, планировочных решений и организации, скажем так. Комплексное. Это вопрос комплексное решение. Просто отвязанных фанатов просто отпускать не будут и все. Просто их будут ограничивать в доступе и все. Это Construction когда-нибудь строила уже стадионы? Нет, это первый стадион, который Esta Construction строит, но наш групп, например, я был строительство Донбасс Арена на Украине, Донецке. Наш тоже есть координатор проект, он строит Галатасарай стадион. Мы максимально здесь тоже, ну, наш сотрудник, есть опыт, который работал тоже Киев стадион, который строили для, ну, Европы чемпион, и Львов стадион. Тоже люди работают здесь, опытные, грамотные люди, специалист, который раньше работал на стадион строительства. Но наша компания это первый раз сам строит стадион. На сегодняшний день никаких оставаний нет, все сейчас идет по графику, и мы не ставим под вопрос сдачу стадиона на октябрь месяц. А когда именно он планирует? 7 октября, день рождения Владимира Владимировича. Специально как эта дата выбиралась? Нет, это шутка. У меня сын тоже 7 октября родился. Это, наверное, все-таки заслуживает Сергея Николаевича, который под личным контролем данное строительство держит. Он может и в 11 часов ночи позвонить, и в 12 часов ночи, так что это у него на контроле. И вот сколько я в строительном бизнесе, 25 лет, ну, на моей памяти, в тех организациях, в которых я работал, у нас не было ни одного не вовремя сданного объекта. У нас, понимаешь, сдача объекта в эксплуатацию вовремя в срок – это правило, а не исключение. Не надо так плохо на строителя говорить, мужики. Давайте на этом закончим. Спасибо.